Hey, всем привет! Сегодня у нас 5-й видеоурок, и у нас сегодня очень интересная тема, а именно татинг. Стиль татинг в основном танцуется только руками, и отличительная черта этого стиля – это углообразные движения в кистях и в руках в целом. Да-да. В общем, сегодня выучим связочку, дабы понять этот стиль немножко изнутри. Come on! Первое, на что хотелось бы обратить внимание, вы должны делать красивые углы в кистях. То есть вы не должны делать уточку, старайтесь, чтобы вот здесь кисть у вас была ровная. Все пальчики вместе, никаких мизинчиков, никаких отлипших больших пальцев, все чистенько и круто. Учим связку. Первое движение. Мы выставляем ручку, раз, и, два, и. Но это будет быстро. Раз, и, два, и. 3 и 4 и. Еще разок. Руки идут по очереди. 5, 6, 7 и. 1 и 2 и 3 и 4 и. Дальше идем. 5, 6. Опустили. 7. Поднимаем правую ручку и. 8. Окей. Еще раз всю восьмерку вместе. 5, 6, 7 и. 1 и 2 и 3 и 4 и. 5. 6, 7 и 8. Переходим дальше. Окей, мы закончили в этом положении. Опускаем кисти. Раз. Меняем угол. Еще разок. 8. Раз. 2. Дальше у меня идет такая штучка. Я грудью выбиваю кисти. Фум. Они идут через волну. Возвращаю обратно. Делаю ролл в грудной клетке. И небольшую волну руками заканчиваю в этом положении. В моих предыдущих уроках по стилю паппинг у нас было движение ролл в груди, да? Фу, фу, фу. И сегодня оно также присутствует. Более детально его сейчас разберем. Когда я делаю сам прокрут в груди, у меня руки делают волну по очереди. То есть раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Переходим отсюда. Раз, два. Я подготовительное движение делаю, выпиваю грудью кисти. А обратно они идут. И вот, хоп, 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 хоп. Закончил. Попробуем все это собрать немножко быстрее. 5, 6, 7 и. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Идем дальше. Мы выучили половину связки и сейчас по традиции совместим две восьмерочки вместе. Погнали. 5, 6, 7 и. 1 и 2 и 3 и 4 и 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надеюсь, у вас все получилось. И мы двигаемся, не стоим на месте и учим дальше нашу связочку, еще две восьмерочки. Мы закончили в таком положении, дальше мы делаем. Раз, два, три и четыре. То есть отсюда я выбрасываю руку. Раз, два, делаю домик, три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Пять, шесть, семь и. Раз, два, три и четыре. 5. Локтем подбиваю кисть, она идет сюда, и опускаю другую. Еще раз быстрее. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Come on. Последняя восьмерочка. Мы закончили в таком положении. Мы делаем 1 и 2. Квадрат 3 и 4. Еще разок. 7 и 8. Точнее, вот так. Мы делаем. 1 и 2. Теперь отсюда опускаем. 3 и 4. Еще разок. 5, 6, 7, 8. 1. Подняли и 2. 3 и 4. Дальше мы делаем. 5, 6,
отсюда у меня кисть здесь проворачивается, а здесь просто вот так делаем. 6, 7 и 8. Окей, теперь делаем быстро. 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 7 и 8. А теперь все это давайте соберем под музыку, всю связочку. Come on. 6, 5, 6, 7, 8. Это был туториал по татингу. Развивайтесь, танцуйте, увидимся.